За всю историю существования вуза его выпускниками стали более 8 тысяч человек. Многие из них занимают ответственные должности не только в Ленинском районе, но и по всей России. Для ректора МРСИ Натальи Стражевской это приятная оценка работы института. Мы продолжаем образовывать нашу молодежь и продолжают у нас получать образование люди на ответственных местах, которые работают и в государственном муниципальном управлении, и в различных службах, и в различных отраслях и экономики, и дизайна, и психологии, ну и так далее. То есть у нас многопрофильный вуз, мы охватываем всю социально-экономическую жизнь страны. Выпускник института Исмаил Гасымов окончил вуз по экономическому направлению и собирается трудиться по профессии. Юноша вспоминает не только однокашников. Студенческие годы – важный жизненный этап, который он выделяет для себя с особой ценностью. Могу сказать, очень хороший коллектив преподавателей. Сразу видно то, что квалифицированные кадры, хорошие преподаватели, которые не то что идут на уступки, они пытаются донести до тебя знания. Помимо юбилея, студентам вручили дипломы об окончании института. Для ребят это всегда волнительный момент. За 4 года они привязались к своей альма-матер, которая дала им качественное высшее образование. У нас очень понимающие, добрые и, самое главное, квалифицированные преподаватели. Они действительно знают свое дело, они действительно знают, чему они обучают, они действительно знают, как они обучают, они дают материал очень понятно, и хочется их слушать, хочется понимать, хочется учиться и хочется впитывать в себя знания. Поздравил коллектив сотрудников института с юбилеем заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков. Выразить слова благодарности преподавательскому составу, выразить глубокое уважение, Наталья Яковлевна, вам, как продолжателю идей, создателей этого уникального проекта, я бы сказал. И, конечно же, я прежде всего говорю преподавательскому составу. Честь вам и хвала, товарищи! Выпускники на местах работы будут и дальше прославлять имя вуза, а преподаватели продолжат обучать новых студентов, которые со временем также станут достойными кадрами в социально-экономической сфере. 25 лет для института – это только начало. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.